классный матч против московского «Спартака». Начнем с эмоций и впечатлений после игры. Да, конечно, эмоции зашкаливают. Давно хотел уже вернуться на лед и получить заряд энергии от наших болельщиков. Конечно, сегодня была неимоверная атмосфера. Ну, если коротко, по самой игре немножко в большинстве не получалось, скажем так. Что еще стало ключевым, что матч вообще до овертайма, до блитов дошел? Потому что давненько мы не играли дополнительное время. Согласен, но что говорить, мы играли сегодня с лидером. «Спартак» хорошая команда, и, конечно, хорошо они сыграли в меньшинстве, в принципе, то и не получилось. Такой был классный эпизод для нас, что мы отыгрались в меньшинстве, в концовке. Я уже с Сашей Хмелевским разговаривал, он сказал, что надо до конца верить и бороться. Насколько скамейки ты чувствовался вообще, как вы момент этот переживали? Да, это очень полезно для нас в дальнейшем, как бы. Это показывает характер команды. То, что мы в любом, как бы мы даже в меньшинстве, там, допустим, боремся до конца, идем за победой и добиваемся своего. Вот. Опять же, овертайм, владели шайбой полностью, вообще не отдавали сопернику. Это круто. Это хороший показатель такой. Вот. Ну и в булиты, конечно, решили Саня Красава и Саша Самонов, конечно, вытащил все булиты. Молодец. Да, давно вы не играли, уже об этом сказали. Насколько были готовы к матчу, самочувствие? Как вообще на льду игра для вас ощущалась? Ну, на самом деле, хорошо восстановился все полностью. Спасибо, конечно, доктору. Делал все возможное, чтобы я быстрее вернулся на лед. Спасибо тренерскому штабу, что они меня не торопили, как бы дали полностью восстановиться и залечить травму. В принципе, чувствовал себя хорошо, никаких таких вот провалов физически не было. Вот. Но единственное, ну, как бы надо в ритм попасть игры, и я думаю, все будет нормально.